Что? Мама вспомнила. Что? Моя мама очень-очень гостеприимный человек. Да ладно? Сильва в лес, дорогие гости. Живо при, а век плезир. А под конец обязательно. Господи, просто от страха все слова поускакали. А все потому, что для мамы очень важно произвести хорошее впечатление. Например? Ну, помню, я пришла со школы и привела с собой одноклассницу. Мы обе очень хотели есть, поэтому я не стала разогревать рисовый суп. Я сразу разлила его по тарелкам. Это же несъедобно. В 90-е съедобно было все. Ты себя так оправдываешь, что ли? Не имеет значения, ладно. Так вот, мама пришла с работы на обеденный перерыв. Пройдя в кухню, поздоровавшись с Аней, она склонилась над ее плечом и посмотрела ей в тарелку. Что это? Мама, это рисовый суп. Игнорируя мой ответ, мама опускает два пальца в суп и болтает их там. Надо было видеть Ане на глаза. Мам, что ты делаешь? Ты что, меня позоришь-то? Ну, мам. Аня, не ешь это. И забрав у Ани тарелку, она вылила суп в раковину. Идите, займитесь чем-нибудь, я сейчас все приготовлю.